Привет, друзья! С вами Снежана, Open Malta. Хочу вам показать школу Шпрах кафе на Мальте. Пришла сюда по делам. И не хочется уходить. Такая прелесть, такая атмосфера замечательная. Сейчас покажу подробней. Много классов таких. Вот это старинное здание английское. В спокойном райончике Пемброк находится. Вот там тоже классы. Это внутренний их дворик. А вот эти здания, вот это уже резиденции. И с другой стороны, вот здесь за углом, тоже будут резиденции. Все близко. Вот так кушаются студенты в Шпрах-кафе. Потом отдыхают, проводят здесь свободное время в бассейне. Потом снова учатся. Вот сразу же классы здесь. Бассейн. Кафе с горячими обедами, мороженым. А там сад. Красивый, спокойный, с беседками, где можно делать домашки. Это взрослые группы. Дети уже отдыхают. Тоже зона отдыха, в кафе играют в бильярд. Многие в бассейне. Вот вход в школу. Вот один из блоков их резиденции. Студенты живут прямо здесь. Вот. И вот еще один блок их резиденции. Там же находятся кафешки с едой, с горячими обедами, кофе, мороженым. Все близко. И до моря пешком где-то минут 15. Здесь вот программа мероприятий на неделю. Каждую неделю она меняется, предлагают различные экскурсии. Ну и плюс здесь на месте есть масса своих активити. Всякие игры устраивают. Ну и посиделки у бассейна.